Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Вы на канале «Счастье в нас самих» и с вами Женя. Конечно, в первую очередь хочу поблагодарить вас за прекрасные комментарии, вы оставляете под моими видео, за то, что следуете моим советам, за то, что слушаете меня, за то, что самое главное, доверяете мне, делаете практики. И по обратной связи понимаю, что практики рабочие еще больше и больше. Но я изначально знала, что они рабочие, но уже сейчас ваша обратная связь говорит о том, что я была и есть права. Так что я благодарю вас за это. Ну, продолжаем рубрику «Настроение дня». Сегодня выложу очень... Вы знаете, я заметила, что мне больше нравится выкладывать настроение дня из карт Oracle, ну, оракулов. Они как-то именно больше дают в событийном плане, именно если мы даем такой короткий этот промежуток времени, один день. И сегодня это будет из колоды Колет Барон Рейд. Это, кстати, женщина, я не знала. Я почему-то, все говорят Барон Рейд, нет, это так зовут женщину. И это волшебная карта, называется колода. Я уже делала из нее и расклад, по-моему, делала, и предсказание настроения дня. Но сегодня еще раз она попросила, значит, посмотрим опять по волшебной карте. Волшебные карты. Это имеется в виду волшебное направление. Вы знаете, я понимаю вот этот смысл именно названия этой колоды оракула. Оракул очень красивый. Единственное, что вот, если вы все замечаете, у меня всегда вызывает немножко трудности еще мешать большие колоды. Как, когда я начинала, я вам честно скажу, даже маленькие колоды у меня была проблема. Не проблема, а задача мешать. Маленькие колоды мешаю очень быстро, уже как-то и на автомате, я даже не думала. А тут еще как бы привыкаю. Ну вот, загадывайте ваши позиции, пока я тут карты мешаю и выкладываю их. Улыбнитесь. И выбирайте позицию. Посмотрим по первой позиции, что сегодня за настроение. По второй позиции, что сегодня за настроение. И по... Сейчас, так вот, чтобы было красивенько. Мне всегда хочется, чтобы было красиво. И по третьей позиции, какое сегодня настроение дня. Если не выбрали, останавливайте, выбирайте, а я начинаю. Посмотрим, что сегодня за настроение дня по первой позиции. Ну, сегодня у вас прекрасное настроение будет. У вас будет такое ощущение, что вы на высоте, что вы на гребне волны. Вот это называется ride the wave, это имеется в виду оседлай волну. Это для серфингистов, кстати. Если мы вот в прямом смысле своего слова, вот когда они оседлали волну, и они на гребне волны, они вот очень счастливы. Так вот, я просто вам это сказала для того, чтобы сделать сравнение и сказать вам, что вы сегодня будете на вершине волны, на гребне волны, все будет вам удаваться легко. У вас сегодня даже в какие-то моменты, ну, вообще-то это надо, чтобы было постоянно, но вот так вижу я, что будут моменты, что вы будете чувствовать сегодня себя абсолютно счастливым, вот, что все спорится, все удается, все прекрасно у вас. Вот сегодня прекрасный день с прекрасным настроением, все, что вы себе сегодня запланируете, пройдет без сучка и задоринки. Кстати, наверное, так и назову я расклад «Настроение дня на гребне волны».
Вот это будет класс. Я всегда, вы же знаете уже те, кто смотрит меня каждый день, что я выбираю название, исходя из того, что я вижу в раскладе. Прекрасный день у вас. Прекрасный. Ну, посмотрим вторую позицию теперь. По второй позиции у вас сегодня будет вот такое ощущение, что вам надо от чего-то избавиться. В принципе, карта называется «Уборка дома». Значит, что можно предположить, что это именно физически кто-то из вас будет убирать дома или где-то. Я бы, кстати, если бы, когда у меня был мой клининг-бизнес, я бы могла понять, что я пойду куда-то. Но это уже не сегодня, а было, это уже прошедший этап, которому я благодарна в моей жизни. Так вот, уборка имеется в виду, что вы сегодня, несколько вариантов может быть, что вы сегодня, может быть, действительно уже, да, откажетесь от чего-то, что вы поймете, что вам не нужно, что вы уже давно поняли, что вам не нужно, но никак не могли от этого отказаться, от этого освободиться, оставить это в прошлом. Для некоторых из вас придет осознание сегодня, что вот какой-то момент, какой-то ситуацию какую-то, вот тут я назову проблемой, я не люблю называть слово проблемы, но тут мы оставляем в прошлом это, и какая-то проблема, которую надо оставить в прошлом, и надо просто, вот знаете, подняться над ней и идти вперед. Вот. Также по этой карте я могу посоветовать вам просто отпустить прошлое и оставить его позади. Жить сегодняшним днем и понять, что то, что было в прошлом, оно, если вы постоянно к нему возвращаетесь, оно делает вот этот круг вокруг своей оси, понимаете? И ваша жизнь, получается, не меняется. Она идет по кругу. Для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, надо полностью избавиться от прошлого. Я даже знаю, кто сегодня выбрал вторую позицию. Избавляйся от прошлого. Избавляйся. Я понимаю, что приходят воспоминания, приходит что-то. Но, знаете, я читала в одной книге, я помню, вот как отпустить прошлое, как справиться с обидами, как справиться с прошлым опытом. И вы знаете, что даже вот если бывают тяжелые моменты, что был потерян дорогой человек, и ты постоянно к этому возвращаешься, выработать надо в себе должна быть веселая грусть. Вот не поверите, вот есть такое, как веселая грусть. Имеется в виду, что да, это была утрата, но все равно жизнь идет вперед, и вот именно вот это состояние веселой грусти дает вам легкость. Я не могу это иначе объяснить. Я знаю, потому что сама через это проходила. Вот. Вот это то, что я увидела по второй позиции. Поэтому освобождайтесь, очищайтесь и обязательно живите именно сегодняшним днем. Ну и третья позиция. Третья позиция. Третья позиция, вы сегодня дома. Где бы вы ни были сегодня, у вас будет приятное ощущение, что вы дома. Что все пройдете вот по этой карте, что могу сказать. В основном у вас сегодня будет простой рутинный день. Никаких всплесков, никаких упадков. Знаете, вот если первая позиция там всплеск, вторая позиция немножечко
вниз, как бы down, чтобы, потому что надо вот это вот, нет еще этого чувства облегчения от очищения. У вас же, у вас будет, должен быть сегодня такой вот рутинный день, где вы спокойненько, если на работе, сходите на работу, ваш день пройдет без всяких всплесков, без всякого как бы взрыва, без никаких вот что плохого, что хорошего. Знаете, вот как вот посередине у вас получается, я чувствую энергетику этой карты, что у вас такое ощущение, что вы будете довольно-таки довольны этим днем. Но ничего сверхъестественного сегодня у вас не произойдет, поэтому ваше настроение дня – это домашнее спокойствие. Вот что я вижу здесь. Да, сегодня, конечно, все три позиции настолько разные. Иногда бывает они хоть чем-то похожи, а сегодня вот просто абсолютно разные. Ну вот, надеюсь, вы получили ответы на ваши вопросы. Если есть еще какие-то вопросы, вы знаете, это рубрика «Каждый день настроение дня». Буду стараться не пропускать ни одного дня, чтобы могли заглянуть в любое из этих видео и найти ответ на свой вопрос. Если вы первый раз тут и именно попали на вот этот расклад, значит, здесь есть ответ на ваш вопрос. А если вам нужна какая-то помощь, пожалуйста, я здесь для того, чтобы вам помогать. И если вы заметили, все, что я выкладываю на моем канале, я стараюсь помочь вам, и практики, и расклады, в которых я именно... Мои расклады – это не гадание на будущее, мои расклады – это разборы ситуаций, где... Исходя из того, что я вижу в ситуации, я даю вам мой совет и совет Вселенной, потому что я с вами разговариваю при помощи карт с информационным полем Вселенной. Поэтому каждый мой расклад – это именно советы вам, как решить ту или иную ситуацию в свою пользу. Вот как-то так. Ну, на сегодня все. Я вам желаю прекрасного дня. Я желаю вам всем прекрасного настроения и желаю вам всем быть на гребне волны, освободиться от ненужного и быть на гребне волны. Ну, а тем, кто, у кого настроение вот это вот домашнее, ну, это уже по желанию. Как хотите. Но я желаю вам всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на мой канал. Если вы первый раз тут, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новых видео и практик. Ставьте лайк для обмена энергией, потому что это нужно не мне, а вам. А на сегодня все. С вами была Женя. Увидимся очень-очень скоро. Пока-пока!